уже. Угу. Thank you.
見てほしくてなかった。おー、何？Thank you.
Ой. Горячей хочется? Можно, да.
Да можно. Как это сделать? Не, не знаю. Мне нормально.
Участнику. Я попрошу сейчас делать музыку потише или убрать ее совсем. Хочу обратиться к вам, уважаемые судьи, если у вас есть какие-то вопросы к Кириллу, пожалуйста, у вас есть сейчас возможность. Он во время уложился даже чуть-чуть раньше, чем положено, закончил выступление.
вопросы по практической части, по программе, если у вас какие-то есть непонятные моменты, можете уточнить. Если вопросов нет, я Кирилл отпускаю, и вас спокойно выдохнуть. Это показания всех, да? Потому что вы про модель ничего не сказали. Это вообще, эту программу может предложить любому? Или... Ну, вообще, как первая задача этой программы – расслабление. Через расслабление происходит и процесс восстановления здоровья, потому что будучи очень напряженным, человек не может просто, наверное, упаковаться. Через расслабление, через питание. Ну, я просто к тому, что мне хотела бы понять, для этого, для этой программы нужны, допустим, определенные люди, или это можно предложить любому? Вот кто здесь сидит в студии, вы можете программу всем предложить? Я могу предложить программу. Ну, мне надо понять, что как оценивать вас. Да, всем можно. Хорошо. То есть универсальная программа, которая подходит для каждого. Да, дальше. Благодарю. У меня нет больше. Вопрос гостя. Тоже можно? Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, свои впечатления. Ну, мне понравилось именно с самого начала процесса. Ты лежишь, ты толкаешься, то есть я расслабилась. Потом легкий пар, то есть очень приятно было. Переход на соль и массаж солью, и контраст воды холодной, вообще просто как перезагрузка. Прям кожа сразу чувствуется гладкая, то есть когда смывали. И после, ну, когда мы пришли на массаж лица, ну, я реально расслабилась, то есть у меня прям было такое напряжение, ввиду того, что я вчера работала, например, а сегодня вот я прям чувствую, что у меня легкость. А вот это вот прогрев ног в баночке с молотыми цветами хризантемы. Замолотые цветы хризантемы, для чего это? Я могу принести. Нет, понятно, оно есть как бы. Ну, просто первый пробег ножек у нас. Хризантемы как влияет? Для чего они? Ну, выпускают свои благоприятные вещества, когда в том числе расслабление. Эстетика. Это роль эстетика, да. В том числе, да. А можно еще один вопрос задать модели? Скажите, пожалуйста, во время массажа вам было ли удобно лежать, именно когда у вас голова просто зависает? Нет, у меня вот из-за моей прически мне наоборот было удобно. У меня очень тяжело. А то, что часть вашей половины головы, она выторчала просто? Нет, у меня торчала только шишечка. Ну, я зафиксировала. Да? Ну, мне было удобно. И скажите, а то, что вот на ваше лицо капала вода во время массажа, это тоже было приятно? Только честно ответьте, ну, пожалуйста. Если честно, я отключилась. Да? Хорошо. Спасибо. Он же меня даже как разбудил. Спасибо. Хорошо. Вот один вопрос. Тоже модель интересная. Вам достаточно была прохлада из литра, когда вам укрывали голову? Да. Он даже спрашивал, открыть ли окно дополнительно. Mm-hmm. Мне было хорошо. Я, ну, открыл бы до самого конца. Выполнил, да? Да, там еще были водоросли, то есть и вот запах водорослей, я бы в море лежала. То есть мне было прохладно. Я, ну, обычно, ну, не из-за того, что у меня волосы, как бы я тоже не люблю сильно горячего, когда на лице. Веники, которые лежали на лице, они лежали. Вот реакция. Когда на спине вообще было бы даже прохладно. Я то не подскажи. Не хотела даже окна, ну, чтобы не сильно открывать. Мне хватало бы. И у меня еще вопрос один. Я поймала. Что все-таки эта программа направлена на ослабление, что волосы собраны, получается, в резинке. Или так и должно быть, чтобы не мешало? Какая задумка? Вообще по волосам не было задумки, ну, честно. Человеку было комфортно. Как удобно моделью, как да, было. Да. Я постоянно в процессе процедуры спрашивал. Человека, правда, первый раз вижу. Хорошо, и хорошо, спрашивал, хорошо. Значит. Поэтому вопрос нет. Хорошо. Закончились вопросы? Да, спасибо большое. Спасибо вам большое.